с эстрады Игорь Маменко. Спасибо. Говорят, Москва расширяется. Нас хотят к Москве присоединить, москвичами сделать. А я не хочу в Москве жить. Мне и в деревне хорошо. У нас строго, это в Москве распущено все. Путаны там эти женщины за деньги. У нас их вообще нет. Денег. В Москве бардак, припарковаться негде, столько машин. Только припаркуюсь, городские кричат: «Пошел вон, лох деревенский!» Как они узнают, что я из деревни? В общем, сколько не ездил, так и не смог припарковаться на своем комбайне. В Москве скучно, а у нас рыбалка всегда с рыбой. Главное правильно ловить. А то Серега Поляков шнур поджег, а динамит из трусов вытащить не успел. Это хорошо, он плотник, он там себе что-то выстругал потом. Какую-то буратину. В Москве бардак. В салонах красоты людям морщины разглаживают за деньги. У нас от народной медицины эти морщины почти бесплатно с лица уходят. От ведра пива морда на утро как яйцо гладкое. У Степана он даже сзади морщина ушла. Сам в бане видел. В Москве жены грубые. Мужик приходит после получки на третий день. Она ему: где деньги? Нету. И по башке сковородка. У нас такого нет, чтоб спрашивали. Сразу по башке. Люди у нас в деревне добрые, отзывчивые, да. У Ивана он изба ночью загорелась. Так вся деревня на пожар пришла. Все как один, от мала до велика. На телефоны все снимали, как он один избу тушил, корячился. Подсказывали ему даже, как правильно корячиться. Вместе всегда легче. Мужики у нас тоже в деревне все культурные, воспитанные. Выходит из дому, женщину всегда вперед пропускает, все по этикету. Мужик у нас первым на улицу никогда не выйдет. Волков у нас много, а мужиков мало. А гостеприимство у нас какое классное. О-о-о. Англичанин к нам приезжал, Майкл, поохотиться на джипе. Ну, Кузьма Лесник его встретил, отвез в лес к себе на заимку. Пусть охотится иностранец, нам не жалко. Англичанину, видно, очень понравилось гостеприимство. Он, этот Майкл, уже 2 недели из лесу не выходит. Мы его видели как-то там в лесу. Стоит, голову склонил, птиц слушает. К дереву привязаны. Ну, привязался, наверное, чтоб там не упасть, не заснуть, что-нибудь интереснее не пропустить, правильно? Мы ему говорим: может развязать тебя? Он: ес, ес! Мы говорим: ну нет, так нет. Пусть отдыхает человек. А Кузьма на его джипе пока с бабами катается. В его одежде. У нас и снежный человек свой есть, да. Петька, охотник наш, 2 месяца его в тайге искал, сфотографировать хотел, так и не нашел. Ну, выпивал, конечно, для сугрева, не без этого. Домой пришел, дверь открыл, а он у него посреди комнаты стоит. Борода до пупа, сам синий весь, глаза узкие, желтые, брови на глазах, ногти торчат через носки, ужас! Петька увидел, заорал благим матом, испугался страшно. Ну а кто бы не испугался, увидев такое в зеркале? А молоко у нас какое? Это вам не городское, у нас свое парное. Утром кружки 2 молока выпьешь, и настроение весь день праздничное, доброе. Не зря коров пастух гоняет на поле конопляное.
Он иногда и не хочет туда идти, а они его сами туда тянут. Так что в город даже не зовите, не поеду. Еще 3 года, 8 месяцев и 6 дней не поеду. Вот отсижу свой срок за то, что на комбайне по пьяни сельский клуб с землей сравнял. Вот тогда только меня тут и видно. Что тут делать в деревне? В городе там цивилизация, казины разные, таксомоторы, девушки красивые. А что тут в деревне? Сразу в город. И не держите даже. Что тут, Так, ребенок, догони артиста и приведи его ко мне, к бабе Еге. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Дорогой, если хочешь уйти от бабы Еги живым и здоровым... Очень хочу. Очень хочешь. Выполни мое желание. Значит так, развесели меня каким-нибудь хорошеньким анекдотом, и желательно про Новый год. А не развеселишь, пеняй на себя. Есть такой анекдот? Не буду пенять, просто лучше... Будешь выполнять. Давай. Ну, это скорее анекдот не празднования Нового года, скорее всего, наоборот, о том, что произошло после Нового года. Это происходит у многих очень часто. Меня все поймут, особенно мужчины. Представьте себе, 2 друга отметили Новый год, просыпаются на утро со страшнейшего похмелья. Один из них практически не умеет разговаривать. У него засуха во рту, у него работает во рту цементный завод. Аквариум выпил еще ночью. Ужасное состояние. И он единственное, что только... А? Кока-кола? Сейчас куплю. Жизнь. Ушел в магазин, возвращается через 2 часа. Этот сидит никакой. Кока-кола? Валентин, прости, пожалуйста. Просто кока-кола закончилась. Я купил себе печенье. Спасибо. Так, дорогой мой, желание бабы Яги ты исполнил, а потому свободен. На время. На время. Спасибо. Так, ребята.